И всем привет! Вот вторая часть Биошока ремастера. Что ж, давайте посмотрим. Новая игра. Так, средний режим ставим. Do you understand? Her name is Eleanor, and she is mine. Now, kneel, please. Remove your helmet. Now, take the pistol. Place it against your head. Ну вот. Короче, пришлось еще русификатор сюда скачивать, потому что русского языка вообще не было. А сюда бубни, ты главное где?
Ладно. Где-то кто-то бубнит. Так, по-моему, наверное, сильно громко. Так, общую громкость чуть поменьше сделал. На 6 было. На 10 поставил на 6. Вроде так получше. Кораллы можно ломать. Выйдешь? Не хочет. Я не кусаюсь. А, то есть на shift он бьет? Серьезно? Этим буром. Как-то не вообще с управлением, я имею в виду. На shift в обычном ничего нет. Ну, в смысле, кроме бега. А тут еще и драться. Я не так бы. Попробую еще привыкнуть к этому, короче говоря. Так, ну ладно. Статуя упала. Здесь ничего, кроме статуи-то и нет. Так. Это моя тень была, что ли? Ну да. Так, здесь вроде как ничего нет. Что это? Ничего. Что-то типа подушка. Генератор. Ну, а что-нибудь скажем, не? Да, ему явно уже не поможем. Так, что тут? Ладно. Найди выход. Так, это мы сразу подберем. Ну вот, аптечка-то хорошо. А где твой пистолет? Или нам оружие недоступно? Стандартное. Я ж не вижу, куда пистолет делся. Возможно. Ну, там что-то моргает, ладно. Свет мигнул. Хорошо, что бесперебойник сработал. Так, ну что у вас тут было, мадам? Консервированная фасоль. Это что? Чего? Эй! А ну вылазь! О, что ты меня так откинуло? Да, текстурки, конечно, получше уже, чем предыдущие части в первом Биошоке. Все-таки игра позже вышла и немножко качественнее выглядит. Ну, спасибо. Больше нет? Больше нет. Так, о, Федя. Вот топливо для бура, спасибо. Я им еще и не пользовался. Особо-то. Отец. Подарочек.
Почему его откидывает, алло? Папа спал так много времени. Остальное я не успел прослушать. Остальное я прослушал. Вот, блин, а. Сперли малышку, а куклу нельзя взять? Нельзя. Так, ну мы посмотрим, что тут. А, ничего. Бабульки. Сколько у нас там? Копейки. Туда мы не пройдем. Так, сигареты. Ага. Понятно, они забирают у нас здоровье, но восстанавливают ману эту. Но поскольку у нас было все просто, потратил, блин, ладно. Здоровье просто потратил впустую. Так, мы пошли туда. Шмальнем. Ничего у тебя нет? Подожди, а я что-то проходил, по-моему. Консервированные фрукты. Это код, что ли? 1540. Так вот от чего? А, вот. Так, что там 154? Что там 0? Не-не-не. Немножко зажарилась. My husband is such a perfect idiot. А муж идеальный идиот, говорит. Что же не лазит? Ну, ладно. So he'll have an excuse to sit on his rear all day listening to radio serials. Steven, I tell him. You want to be fit? Come swim laps with me, the old-fashioned way. It's your mind that's atrophying. Maybe I'll start sneaking some brain boost into his daily regimen. Тут в бассейн упал. Короче, ну да, гаечные ключи я раньше брать не мог, а огнестрела у них пока я не... Вроде у того было, возвестил, ну, короче, ладно. Возможно, нам просто это стандартное оружие недоступно. Не знаю, я не играл в нее. Никогда. Так. Что, говорю, жахну сюда? Давай жахнем. Серьезно, он заработал? У него такой видок был, что... Как будто бы он не сможет заработать. Наверное, я еще немножко... Наконец-то сигнал. Listen. My name it is Tannenbaum. I know who you are, and I am in much need of your help. Please find me in the Atlantic Express train station. Atlantic Express. А где тот мужичок, который сюда упал? А, вот. Ну вот. Хорошо, запустили генератор. Ну, что-то там вылезешь. Я что-то сделал, да? Я потратил аптечку на что я нажал? На Ctrl?
Аптечка на контрол. Как удобно, офигеть. Серьезно? Надо с управлением будет потом разобраться. Это не серьезно, блин. Так, я здесь был или не был? Да, я отсюда пришел вообще. Да не потом, а надо сейчас разобраться, потому что я буду беситься сейчас. Тратить лишние аптечки, просто нажав в Ctrl. Смешно. Тут настройки никаких кнопок нету. Изменить клавиши. Так. Так я ничего не делал, я. Короче, нет настройки клавиш. На Ctrl. Етить твою колелтить. Кто придумал такое управление, блин? Нестандартное. Так, что-то там моргает. Задело дырочку, давай. Во, красавчик. Заклепку поставил. Это я возьму. Дамский туалет. Ничего не знаю. Так, бур для топлива, да, сказал он. Так, давай. Все, что ли? Несерьезно. Ну ладно, он такой тяжеленный, здоровенный, блин. Прям чувствуется его вес. Как будто бы. This is Dr. Sophia Lam with a message for the people. Remember, you are not alone. Think of me not as leader, but as mother to the Rapture family. Они все поменяли управление. Там было на Т, теперь на Л. Зачем? Аптечка была на одно, теперь совсем на другое. Children. Похищенные. Someone is making new little ones, continuing my work, my sins. Even if I am to die for it, I must stop them. Так, подожди пока. Туда не пойдем. Есть тут дома никого? Так, по-моему, здесь все пересмотрел. Еще ничего не путаю. Да, пошли туда. Папаша. Так, заклепочку мне дали. Заклепочка. А птичечка. Ну пока враги легкие, прям совсем легкие. Надо думать только. Это только пока так берем. Так, мне туда, говоришь, надо, но мы туда не пойдем. Бочка? Так, бить ее не буду, то еще взорвется. Кола. Ну мне. А, нормально, колу можно брать. Еле удрал живым. Или не спустился. Это по-настоящему что-то там. Отсюда, говорит, эта вещь украла моего ребенка. Или что-то типа того. Пирожки.
I find this Dr. Lamb I keep hearing over the PA, I'll find Cindy too. Студент. Короче, вкратце, по всему миру воруют детей и притаскивают их в этот город. Вот что происходит. А как ты эти не облутал? Непорядок. Красотка, блин. Так, пошли. Так. А у нас фонарик наконец-то хоть есть. Давай-ка, бур. Ишь ты, козлина. Да, на контрол, конечно, очень удобно. Прям вообще капец. Аптечку применять. Большая сестра всегда смотрит. Ворую там где-то там, у кого-то там. Так, короче, ладно. Заклепочка. Слабо, потому что пишут на этот, на shift, в смысле на колесико. Так, сколько у нас? 12 заклепочки. А где ж малышка делась? Куда ее утащили? Чуть я не заметил, куда она делась. Бинты? О, бинт лечит. Так, это берем. Виски. По-моему, она забирает здоровье, кажется, если ничего не путаю. Сейчас посмотрим. Нет, она сдаст. Диан insisted that we spend a weekend at the Adonis. And already I find myself seeking a respite from my vacation. She deems it necessary to chide me for working. The words dissolve. I founded Rapture to be free of law and God, to live among those for whom work is our wage. Yet, when Diane speaks of bearing my child, I'm given pause. Till now, I had never considered my legacy. Perhaps after the new year. Так, две аптечки уже хоть что-то. Эта зараза сильная, блин, сколько я в него стрелял, ему пофиг. Я его буром начал пилить, думаю, может, ну, как бы бур в упор, вроде неплохо, но все равно очень мало урона наносил. Как он оттуда выскочил? Жалко, только фонарик нельзя включить, когда хочешь. И где ж ты, гад, делся? Где-то наикается, зараза. Блин, опять же, запрыгнуть куда хочешь нельзя. Ну, давай вниз.
А ты урод. Ну мы-то плавать можем, у нас же скафандр есть. Как бы не думаю, что нам что-то будет с этого. Мы как бы вообще под водой ходим же, ремонтируем, так что все нормально. Бумс. Я просто смотрю, может где-то что-то можно поднять. Найти что-нибудь, забрать. А ничего тут нету. Да я знаю, что на пробел прыгать. Ах, что-то ты не особо-то и прыгаешь, дружочек, на пробел. Не говорю, что ты еще повредился. Под водой. Ну и куда мне надо-то, алло? Я думал, мне туда наверх надо. Оказывается, нет. Оказывается-то ведь нет. In that suit, even the ocean cannot harm you. This is good. But rapture is the death of many great men. Alone, you will not last long. You can still reach the train station. Find me there. Говорит, один ты долго не протянешь. О, малышка. А кто там у них стреляет? Бух, не видно. О, вот этот казино. А, нет. Это просто какая-то мадам. Которую втащили пару раз, и она... Прикольно. Блин, патроны не поднимаются. Так, что это у нас тут? Станция заправки, но она неактивна. Ладно, они куда-то пошли, и я пошел. Акула? Так, а это что? Блин, ты серьезно? Это уже не лезет. Так, а здесь опять заклепки не лезут, потому что полным-полно. Ну как так-то? А поле с оружием, кстати, не могу. У меня его нет. Ну, в смысле, оно есть, но оно не активно. Я же не думаю, что я его потерял. Уж бур как точно, точно должен быть. Нормалек. Так, ага. Вот эта тварь. И ты шустрый какой, блин. Я так плавать не могу. Так, шлюз. Задраиваем. Сохранить игру можно в мини-паузу, ну тогда. Нажмите пробел для продолжения. Но я вроде же не нажал. Ready. Ah, Herr Delta. You arrive as the little one said you would. Come upstairs to the ticket booth, and I will offer what I know of you. Поднимайся наверх, говорит. Может, дверь откроете? Спасибо. Костюмчики. Так, заклепки и Ева не лезет. Надо кого-то жахнуть током. Водичка лезет. Так, а заклепки я могу заклепывать? Вряд ли. Не попал. Mm-hmm.
Чё ты там орёшь? Ага. Говорит... Now most who survive are like this. Splicers. They're drug addicts. Vicious animals. Понятно. Все стали эти вот. Не откроются. Так, надо было не трогать, да? Ну ладно, уже поздно. Что за коммуникатор? Дротик дистанционного взлома. Так, F. Ой, что сделал? А куда нажимать? Так, взлом понял. Окей. Будем знать. Просто здесь немножко другая механика в игре. Взлом, говоришь. Давай попробуем. На Б взлом. Господи, они все кнопки поменяли. Так, ну что, на F нажимать. Не знаю, может быть, в этой части они получше будут, потому что в прошлой части они были, скажем так, не очень, чтобы очень, мягко говоря. По мне хорошо работали, а вот по ботам вообще нифига не хорошо работали. Лети вперед на разведку, если летаешь что-то за меня. Ты ж дрон. Где ты там, псих? Да, пушечка, конечно, такая себе. Слабенькая прям. Ну, дрон неплохо поработал. Ну, лазь. Так, ничего, ничего. Как всегда, они мешаются под ногами. Так, здоровья у меня, в принципе, не так много, но есть. Там вроде можно было купить здоровье. I'm told that the people grow tense and isolated in the absence of the sun. Now they clamor for a psychiatrist. They miss the state censor, I wonder. Wartime seizure of private assets? Or the Cheka police vanishing them in the night? Regardless, this lamb woman is said to be the foremost practitioner in her field. Fine. If she can quiet the rattling of the Great Chain's weakest links, I will leave her to it. Да, зачем они так много поменяли в игре управления, я не знаю. Так, я уже всех тут вроде облутал. Пошли, короче. Если где-то что-то пропустил, то и ладно. Дрон, ты где? Ладно, он, походу, он уже там где-то. Stand by.
That symbol on your hand marks you a dead man. 10 years, Subject Delta, since I watched you put a gun to your head and pull the trigger. But take heart. Out of your pain, paradise was born. I don't know how you survived, but your suffering is over now. These men will ease your burden. Please understand that, like all I have done, this is an act of love. Все, что сделал, это акт любви, говорит. Это София Лэм. She has found you. Я выпрыгнул. Я думал, можно бы выпрыгнуть, но нет. Не выпрыгнешь. Да, конечно, игра поменялась. Совсем, скажем, поменялась. В графическом плане тоже поменялось, покрасивее стало намного. Прям не то, чтобы супер намного, но нормально. Потому что предыдущая часть была прям не очень, чтобы очень. О, привет. Дай бабло. Тебе ни к чему. Now you know of the enemy we share. Sophia Lam. The camera in your helmet allows me to watch through your eyes and help you to fight her. Помогу тебе с ней драться. Хорошо. Под водой оружие наше вообще не активно. А где мой дрон? Где-то посеялся уже. Ничего. Careful, security cameras belong to Lam. But if you are clever, they can be made to serve you. Я там кого-то выстрелил, подманил, сейчас его жахну током. Я вообще думал, они должны как бы только подыхать, разве нет? Да, только когда в воде они находятся, я и забыл. Это не всегда работает. Именно так. Так. Так, я вижу, там камера на меня смотрит, да? Не все время, но смотрит. Так, взломщик этот. Успел. Теперь она наша. Блин, надо было, да, сделать так, как они хотели, чтобы я выстрелил в них. Ну ладно. Не страшно. Я думаю, она нам еще не... А, дрончик, ты меня нашел? Молодец, не знаю как, но ты меня нашел. Полетели, наверное, хоть там крутиться. Алло. Ага, проснулся. Так, еда, это хорошо. Да, конечно, игра по детализированию стала намного. Это факт. Переключимся, наверное, на бур. Вот и аптечка. Отлично. Еще денежка. Еще лучше. Так, а чем кормят?
Топливо для бура и бабло. Спасибо. Так, там я вроде все забрал. Не уверен. Чертюшка-то валяется. Панель для отключения роботов. Понятно. Так, Шайка там стоит. Nuts! He saved a whole kindergarten full of cutesy little brats and went up happy ever after. He was a pansy. End of story. Ты так пищишь, блин. О, мне что-то дарят. Ну сейчас подожди. Денежка. Так, хватит. Их врагов очень. Что тут думать? О чем тут думать? Бросать их во врагов. Телекинез. Так у меня же вроде как... А, это электрошок. Телекинез. Так, подожди, как? Ага. Хоть это управление они оставили то же самое. Так, активировать? Подожди пока. Подожди пока активировать там. Наверное, вот эта дверь откроется. Или это вообще? Мне не похоже, чтобы она открылась. Сначала сходим, посмотрим, что там. Странно. Тогда активируем кнопочку. Посмотрим, что откроется. О, я могу поесть, еще есть? Спасибо. А куда? Во, нормально. Все, да? Ну, спасибо хоть на этом. Так, пошли. Сейчас жахнем кого-то током там. А подожди, может, я баллон могу туда кинуть в них? А ну. Могу. Да серьезно, блин. Только в баллон, смотрите, не попадите, а то рванет. Дрона что, убили, что ли? Почему он не взрывается, баллон? Так. Ну-ка, дружок, что там у тебя было? Так, это...
восстановить нам здоровье. Они куда там все поразлетались, а вон? Кто куда разлетелся? Дрель. Опа, что-то. О, спасибо. Тут что-то нычка была. Не твоя ли? Нет. Так, во, можно здоровье прикупить. Лишнее. Так. Сюда никак, не? Никак. А взломщик где-то... Нет, нечего взламывать, ладно. Using the splicers against you. Most big daddies are like her slaves, guarding the little ones. But someone has awakened you. Тоже мне, блин. I know of your bond with Eleanor Delta. To save yourself, you will come for her. But Eleanor has a destiny. One you cannot share. There is no place for you in paradise. А, то есть можно менять на Q. А заправить тебя как? Так, туда мы не сможем пройти. Я бы денежку взял бы, блин, приходится все съедать, тут нельзя выбрать, что хочешь. Денежка. Патрончики, все, блин, на максимум, как обычно, ничего удивительного. Ладно. Взять возьму, слушать не буду. Или послушаем. In ethical psychiatry, we must account for the role of evolution. Depression, fits of panic, sexual pathos. All responses to ancient selection pressure. The irony is that this theory is why Ryan's people invited me here. They mistake my study of natural law for the worship of competition. Remember, Eleanor, one must know the beast before it can be slain. Так, ну чуть дешевле. А птичками я заполню. Заманивают. Так, роботов. Денежка. Ты что-то там все подряд жрешь, пьешь. Ну стой, блин. Быстрее к лифту. Ой, блин. Здоровье. Что так громко орешь? Все-таки громковатая игра. Чуть потише сделал. Не знаю, поможет. Должно помочь.
Блин, я то про этот забываю, про электричество. Так, во. Давайте их, ребятки, зафигачьте. Во-во-во. А где эти вот боты? Алло. А, во, полетел. Давай, стреляй. Чё хочешь? Сейчас узнаешь. Да стреляй же ты. О, отлично. Мало того, что он еще и подорвался и уничтожил ее. Зашибись. О, денежку, спасибо. Попробуй, для бура тоже пойдет. Надо все обыскивать, каждый закуток. По-любому где-то что-то кто-то спрятал. О, а, это я же брал. В смысле, брал, он уже не берется. Некуда. Закрепка не лезет. Работай давай. Идите, идите в воду, я вас жахну током. Вот, нормально. Помогает же, хорошо помогает. О, денежка, то, сего. Не знаю, правда, сколько у меня взломщиков этих. Наверное, не очень много. Но и логично. Так, это не буду взламывать. Заклепки уже не лезут. Кнопочка. Мне как раз сюда и надо было. Ну все, тут. Вроде как никуда не запрыгнешь. Вот здесь вот что-то. Сюда нельзя попасть. Ну, недостаточно высоко прыгаем, скажем так. Вообще. Ну ладно. Альтернативных путей тут нет, только сюда. Ну, поехали. А где ж бот? Он как бы должен был прилететь их поубивать. Алло. Here is what the children tell me. You are a very old Big Daddy, bonded for life to a single little one. When you are apart for too long, your body begins to shut down like a coma. As long as the girl is in rapture, you are trapped here as well. The name of your little one is Eleanor Lamb, daughter of Sophia. She is kept at Fontaine Futuristics on the other side of the city. You must go there and save her before it is too late. Надо спасти ее, пока не поздно. Тих, я себе как долго поднимаюсь, ничего себе. Приехали. Это было стекло. Так, понятно, но на те лампочки лучше не нарываться. Так, ну что ж, а на это буду заканчивать серию, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.